В этом году на 21-м турнире Санкт-Петербург Open у нас очень много всяких новых фишек. И одна, наверное, из самых полюбившихся – это наши два льва – Лев и Лайна. Думала я о том, что же такое сделать, какой символ придумать для того, чтобы привлечь внимание всех, от мала до велика, конечно, особенно наших младших зрителей, деток, школьников, дошкольников, которые в большом количестве тоже приходят к нам на турнир. И, конечно, это должна была быть какая-то игрушка, какой-то персонаж сказочный. И здесь на ум пришли именно львы, поскольку в Петербурге именно родился российский теннис, родился в местечке Лахта. А все вы знаете, что Санкт-Петербург, один из символов Санкт-Петербурга – это как раз львы. Их в северной столице очень много. Поэтому вот мы и подумали о том, почему бы лев не стал бы символом тенниса не только петербургского, но и российского.